Клименко Анатолий Михайлович, работаю опытная станция Марническая, Зерноградский район, Ростовская область, аграрный научный центр Донской, селекционная станция. Кирюша, мы заменили МТЗ-1221 для работы на посеве с трехселочными агрегатами. Купили три новых трактора, 525, выбирали долго, остановили выборы на тракторы Кирюша. Мощность двигателя 250 лошадиных сил. Объясню, почему наш выбор остановился на этом тракторе. Трактор Кирюша очень маневренный, комфортная комбина, конденсионер. Обзор, радиус поворота 6,5 метров. Удобное управление трактором с помощью джойстиков. Мягкая кабина, установлены рессоры. Подвеска кабины на гидроопорах. Работает тихо, без вибрации. Установлена новая коробка, 16 диапазонов переднего хода и 8 диапазонов заднего хода. Работает на передачах без разрыва мощности, тихо, без вибраций.